Всем доброго здравия. На календаре 8 мая 2017 года от Рождества Христова. Хотел бы сейчас сделать небольшое наблюдение по поводу срока годности водоемов. В данном случае это пруд. Есть ли у него срок годности? Как выяснилось, что да. На моей памяти, вот как бы, ну сколько, ну 30 лет, допустим, да, до меня там отец ходил на рыбалку на этот пруд. И вот прошло, не знаю, ну сколько, ну 50, может быть, лет, с полей стягивалась вода весенними водами постепенно. Пруд мелел. Там, кстати, цапли полетели. 5 штук, целое семейство. Но вернусь к пруду. Мирский пруд. Село Манадыша 1, Ордатского района, Мордовия. Замелел до такой степени, что зарос весь рогозом. И здесь не то, что теперь рыбачить. Хотя раньше рыбалка здесь была такая средненькая. Здесь даже скотину нельзя напоить. Просто превратилось в болото. Так как надобности никакой чистить пруд нет. Да и затратно это. Сделали другой выход. Сделали тамбу. И получился другой Мирский. Уже третий. Потому что у нас в деревне их два. Что этот Мирский в середине села. В начале тоже Мирский. Сейчас покажу. Верхний. Маленький прудик. В принципе, его и сделали для того, чтобы скот поить. Старый колхозный автобус, остатки от него, использовался во время пастьбы как укрытие от дождя. Но в косой дождик мало хорошего. Все равно окажешься мокрый. Собственно, пруд не пруд, лужа не лужа, ну вот такой вот. По поводу рыбы не знаю, не ловил еще, не пробовал. Может, что-нибудь есть, кто-нибудь пускал. Там выше есть родник, местный так и называют его. Родников враг. Не овраг, а враг именно. Здесь размыл уже. Труба не справилась с напором. Взять еще туда дальше. А вот этот овражек, там речка из леса течет. Называется Мамлейка. Впадает в Румлейку. Румлейка в Меню и Мени дальше туда же. Затем с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Всем пока.